Всем привет, всем привет, с вами Шмагов на канале Уш. Мы сегодня поиграем в игру под названием 112 оператор. You are now in management mode. Here you can modify your units, check your objectives, messages and statistics. Click the icons above to go to a specific panel. Так, значит, сейчас вы находитесь в режиме менеджера, то здесь вы можете менять свой отряд, просмотреть задачи, сообщения и статистику, нажмите на иконку сферу, чтобы перейти в нужную панель. Задачи. Вы можете проверить поставленные цели, выполнение, чтобы получить награды, добиваться повышения. Сохранить положительную... Ваша рабочая почта регулярно проверите, чтобы вовремя получать важную информацию о грядущих событиях. Я понял. Мы рады сообщить, что вы прошли последний этап отбора. Я понял. Шмога ТВ магиот. Так, и что? А, я тут могу... Ой, не-не-не-не-не. Хорошо. Первая смена. А, начать. Будет полезно записать себе отряд по городу до начала смены. Убедить, что отряды есть по всех частях города. Никогда нельзя предсказать, где произойдет происшествие. Хорошо, начать. Абонент доложил о происшествии, давайте все уладим. Нажми на кнопку. Сердечный приступ. Так, подожди. А скоро это кто? Each icon represent... Ready for action. Да подожди, а слои это кто? А, скорая помощь. Вот ты. Так, я отправил туда скорую помощь. Один сердечный приступ, я понял. Он едет или нет? Эти на твари. Ты ехать собираешься или нет? Почему вы не едете-то? А, вру, все. Вот так долго, стоп. Все понял. Происшествие, еще одно. Что за происшествие? Прайс на красный свет, требуется вмешательство полиции одной из подозреваемой. Ready for action. Тихо. Что за происшествие? Незаконное владение оружием. Тихо. Answer it as soon as possible. 112, what's your emergency? Hi, there's a car following me. Could you please help me? Where are you? In my own car. I just drove by 1683 Ferry Street. What car is following you? It's a black sedan. The thing is, I actually know the driver. Who is that? Do you know that person? There was a guy at a party, and he was really clingy, and I couldn't really get rid of him, so that's why I left. He's the one following me. Did you drink any alcoholic beverages at the party? No, of course not. I wouldn't be driving if I had any. Sir, I really don't know what I'm supposed to do. Так, Focus on driving safely. Don't let the stress get to you. There's a man following me. How can I not be stressed? I want you to take deep breaths and count to 10, okay?
Well, sure, because that's going to help me with losing that bastard. Please, I need real help. There's no need for that. It's not an emergency. Okay. It's your call, but I'm telling you, this guy is not sane. По завершении звонка вам нужно решить, кого отправить на вызов. Кроме того, вы можете проигнорировать пришествие, если решить, что реги... Да, проигнорировать. Иди нах. Воу-воу-воу-воу-воу, что началось-то, ёптель? Подозрительный солнечный удар. Ты как поедешь? Ну давай. Необходимо медицинская помощь, один пострадавший. Где? А вот здесь? Помогите! Моей девушке нужна помощь. What happened to your girlfriend? She's unconscious. It looks like she's taken her pills. All of them. We had a fight. Мы поругались, она How сколько лет? She? She's 22. Is she breathing? Does she have a pulse? She's breathing. But her breath is very shallow and fast. I'm not sure. But I think her pulse is weak. Help. I'm sending the ambulance, sir, but you need to help her before they get there. Okay. What should I do? Hurry. You should make her vomit to make sure there are no pills left in her stomach, and wait for the ambulance. Check up on her all the time. The ambulance should be there soon. She's gonna be fine. Так, хорошо, мы это все сделали. Задание завершено, репутация минус один. Происшествие, что за происшествие? Вы мне сказали, один пострадавший. Где принять? А, ёб твою мать, не принять. Ёб твою налево. Что за происшествие? Ай, улица Галкина, ёб твою мать. Так если... We're done here. We need police ready for action. On my way. Yes, ma'am. Want to let you know we are en route. Also, you have a 10-830. Going there. We need police assistance. Operator? Roger. Real en route, but it's enter. А, это полиция, да. Да что опять началось? Где? Подождет. Сука, не могу. 112, what's your emergency? Что у вас случилось? Здрасте, у меня экстренная ситуация. What happened, sir? Что случилось? An accident. Несчастный случай. Send an ambulance, please. Отправь скорую, пожалуйста. Where are you, sir? I'm at... Send help, please. Пришли помощь, пожалуйста. What kind of an accident? Light bulb. Лампочка? Мы с партнером играли с лампочкой. Мы экспериментировали. Played as in you used it during intercourse. Oh my god, yes. There it is. It's stuck. Именно так она застряла. Мне нужна помощь.
Тут еще и юморочек есть. Do you have a car? Yes, I do have a car. Drive to the hospital. I can't exactly... Я не особо могу, ну... Sit comfortably. Сидеть с удобством. Чтобы управлять машиной. Нужно сидеть. Could you ask попросите вас отвезти. Well, да, могу, но разве это не опасно? Я не очень хочу куда-то идти без медиков. You're going to be okay. Just follow my instructions. Once again, I beg you, send a professional. All right, okay. It sounds serious. I'm sending an ambulance. Try not to move too much, all right? Короче, ладно. Thanks. Hurry up, please. 1499, what do you want to put? Operator? Adam 810, 1035, Mary. Roger. Receiving. On my way. Awaiting further orders. Так, стоп, солнечный удар. Да отстаньте вы от меня, чего вы начинаете звонить-то? Awaiting orders. On my way. Okay, 1431. 10-4. We're done here. Yes, ma'am, wanted to let you know we are en route. Awaiting orders. You have the 10-8. On my way, ready for action. Going there. Ага. Так. Чего минус два? Going there. Operator, on my way. Так, и что происходит? Почему висит задание, но... Ну, и чё? А, я не нажал, да. Извиняюсь. Время закончилось, это позволяет вам посмотреть все происшествия за последние смены, нажмите любой из них, чтобы узнать, что именно произошло. Проигнорируем, преследуемая женщина, минус два, что время вышло, ничего себе. Ну ладно, погнали дальше. Осталось две смены. Инструкция показаний первой помощи. Очки карьеры плюс один. Начать. Так, все нормально пока. Мы репутация 0. Ну там была, по-моему, плюс у меня, да, была? Мне нужно в плюсе 3 смены отработать. Бытовое насилие. Reporting.
14 County 97. Roger. Начать звонок. Что случилось? Срочно! Тут несчастный случай. Женщину сбила машина. Where did that happen? На дороге улицы Токарева 27. Твою мать. Is she conscious? I don't think so. Не думаю. Badly. Hello, well, miss? I think she's unconscious. Can I advise AMR? We need a medic here. Clear. Нужны медики. 10-4. Receiving. Receiving. We'll get them. 99, what do you want to put? We're done here. We need an ambulance here. Да вы чё, прикалываетесь? У меня скорой нету. 10-4. Awaiting orders. Going to the incident. Adam 10-35, Mary. Минус 2, я понял. Ready for action. Roger. Going there. Ready for next case. We'll get them. Adam 10-35, Mary. Почему минус 1? 112, what's your emergency? СВС, что случилось? Приветствую, это Карен Гесслер. Пожалуйста, срочно отправьте полицию в ресторан. Адрес такой-то. Меня ограбили и попытались отравить. What's the address of the restaurant? Я понял. Ну и чё? Okay, how did that happen? They gave me a soup that was obviously spoiled. Ma'am, please, talk with the manager. It's an emergency line. Please, don't waste my time. Иди нахер. 1499, what's your order? Awaiting orders. Going there. Reporting. Going there. Going there. Standing by. Awaiting orders. Starting chase. Reporting. Going there. Going back to base. Operator? Ready for Roger. Next case. Receiving. Roger. Ready for action. Roger. Operator? On my way. Clear. 23. 112, what's your emergency? Что случилось? Hello? Алло. 112. Стреляй, что случилось? Мне нужен код, дорогой. Awaiting orders. Going there. Receiving. 10-4. Receiving. Returning to base. Going there. 64 Duncan being route. Да нет, это какая-то жесть вообще. Going back to base. Reporting. Going there. Ready for action. Also, you have a 10-8-3-0-9. Returning to base. Receiving. We're done here. Starting chase. How did you cover, sir? 17. Sorry, 1918. Operator, 10-4. Did multiple tickets will get in a... We're done here. Так. Ну, мы как-то что-то хоть сделали, да? Не уверен, что все хорошо. Повторите материал. К сожалению, довольно тем, как вы вчера выдали, инструкции показания первой помощи не всегда были верны. Пожалуйста, потяните свои знания в этой части. В этом обращении содержит совет по использованию достигнув высокого уровня игры, мы слышим нанимать диспетчеров. Да, это все мне не интересно. Погнали. Погнали. Ну, больше я ничего не вижу. Ты быстрее можешь ездить? Ты же полицай. Awaiting orders. We'll get them. 1499, what do you want to put? Receiving. We'll get them. Elf stung by stingray. Rescue 61, engine 61. Yes,
Просто если будет так, что здесь, здесь появится сейчас ментовская тема, то это будет очень плохо, потому что у меня вообще здесь никого нету. Но по идее должны... Опа. О, он к нему едет, все нормально. Должны... Ну, ничего. Ну, и чё вы их не останавливаете? Так, это плюс один есть. Плюс один есть. Ты. Есть. Сюда, что случилось? Здравствуйте, он заминировал с Хрущевска, Средняя, Миронова. How do you know that? I just know. Send the police. 10-4, Ava, Brian, Минус два? Ну, окей. Ready for next case. Starting chase. Going to the incident. Reporting. Going to the incident. Case resolved. Да ну, это какой-то бред. Awaiting orders. In pursuit. Receiving. Starting chase. Сюда, что случилось? Я наконец зазвонился. Здрасте. Yes, you've reached 112. Is there an emergency? How are you, my friend? Is this some kind of a joke? This call is a part of my life, which... Иди нахер. Ready for action. Roger. Show us in route. Case resolved. Receiving. Going to the incident. Да подожди. Receiving. Roger. Звонок без названия. Returning to base. Operator. We'll get them. Going back to base. Receiving. 10-4. Господи, как всего много. Жесть. Ну, новый звонок. Сэн, что случилось? Остальная ситуация. What's the emergency? Запнусь я по пути домой. Are you hurt? Нет, все, иди нахер. Тихо. Operator, on my way. Case resolved. Receiving, on my way. Operator, going back to base. Блин, жесть какая. Человек без сознания. Просто жесть. Дань завершена. Что надо делать-то, я не понимаю. Эй, алло. А я могу в одну скорую двух посадить? А вот так сделать я могу? Все, да, отлично. Оля Лямбо. Плюс 2 700 000. Новых машин доступно в магазине 3. Ребят, вот такая игрушечка, называется она 112 оператор, или 112 оператор, или Smooth Operator. Такая вот игра, короче. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Такое получилось видео по данной игре. Если хотите продолжение, пишите в комментах и поиграем еще дальше. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока, с вами был Шмыга.